Короче, ребята, всем привет, с вами Смолив, я Николаевич, и сегодня, ребята, мы посмотрим как на новый бекуэс макапка прекратишин 1.17 кочка, ой, кочка 56, ребята, он сегодня покажет, как добавили к этой перекидке, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, как кочка приходила в время моих новых видео, помещений и стримов, вот. И давайте колокольчик нажимать, вот. А мы, ребята, начинаем. Погнали! Кость, ребята, погнали, кость, давайте буду первым. Он... Ой. Пока, ребята. Вот, ребята, куколка у нас... Это теперь... По-русскому кукса гакили теперь. Вот, не знаю, сколько делать надо, вот. Перевели нас несколько, вот. Если вот... Давайте откликим. Ребята, давайте буду первый показывать, ребята, показываю первый экспериментальный изменение, ребята, я вам показываю его, смотрите, на как, это вот, первое, глобави, предупреждение, если игрок загружит старые экспериментальные миры в новую версию, ребята, это я вам все покажу в конце, дальше глобави, я релик, указываю еще мир экспериментальный, я вам покажу, в конце, глобави, описание экспериментальной функции на экране создания мира. Так, типа, ребята, смотрите, если у тебя, типа, сага зайдёт, вокруг появится, типа, вы включаете экспериментальные игровые процессы, там, ребята, купили какие-то пещеры и укесы, ребята, вам покажу, сколько, значит, дальше, губавие лавовые пещеры, ребята, наконец-то, вот я вам покажу, ребята, ребята, если вы хотите, типа, как я летаю, я вам ссылку оставлю в описании на это приложение, вот, ребята, вот так вот. Ссылка из школьного приложения будет в описании. Добавили лавовые пещеры. Да, ребята, теперь вы как и больше... Вот... Ой, как лакает, пипец. Да, ребята, вы сейчас заметили. Типа, теперь вы как и чаще генерируете. Амикиска. Или как там, амикиска? Я украл. Да, амикиска вроде. Мы чуть не видим, как лавовый пещер. Мой, ребята... Сколько еще было? Мне показалось. Показалось опять баг. Типа. Фак, 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 фак. Вот, ребята. Вот, ребята, видите, вот как добавили, типа, вот как закрывает лава. Ну. Ну, а мой опять баг нашел, да? Да, я опять баг нашел. Кость, ребята, вот, вот лавовые пещеры. Если вы не верите, то смотрите. Вот, ребята, смотрите, видите, я могу, конечно, баг есть, типа, типа купол закрывает, типа вот как окесы, лавовые окесы добавили нам пещеры, но... Ой, как лагает, пипец. Мы еще, ребята, ага, вот почему лагает, как эти генерируются. Как же, или как это называется? Забыл уже. Да, ребята, как еще, у меня тебя как клево. Да, ребята, давайте буду, давайте мы вверх полетим. Ребята, как клево, что там пещеры, как мы его опять остановили. Как я буду дальше говорить? Дальше. Изменения, ребята, я вам показываю сейчас изменения. Не всегда всем изменения. Первое. Акселока больше не атакует невидимых мобов. Акселока. Как вы говорите, Акселока возьмем. И... Как я невидимый возьму. Зелье невидимость. Сейчас я еще покажу. И спутик. Играем. Давайте мы вниз спустимся. Ой. Давайте мы еще вниз спустимся. Ну, давайте как, например. Так, я еще прыгаю. Так, и так, вот смотрите. Гайбак, видите, типа как чехкисы идет. Ну, они не видят, если я как делаю, то вам заметить. Да, ребята. Да, ребята, это исправили. Теперь Акселока не будет видеть невидимых мобов. Это хорошо. Дальше Акновейки, скоро Акселокер. Акновейки, скоро Акселокер. Где он как Акселокер? Акселокер. Лошадь. Подождите, Акселокер. Видите. Ой, какая...
Бля. Ну чё, не видишь, как изменяю эту кирковку? Ой, блядь, я невидимый? Фуки, я сейчас невидимый завожил. Так, исправлю. Молоко. Так, и скорее, так, почти еще видео, не камень, типа, не запускал. Пока я занят был, я канал вверх сыграть, нет, но я собаку не снял, только воскресенье я сейчас снимаю, вот. Извиняюсь, вот. Так, не видите, скоро слокер. Мы сейчас не видите, сколько снабили. Так, вот, вы видите, сколько снабили. Мы сейчас не видим, снабили. Короче, давайте дальше. Дальше пойдем. Разведенные акселоки больше не меняют свек викле. 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 Так, короче, все. Декро. Так, акселоки взяли. Смотрите, это обычный. А вот это... А, вы правда не меняет. Смотрите, видите, я подоспавнил. Давайте я возьму сейчас. Видите, он не меняет. Я пишу. Это ко мне меняет, это хорошо, что меня меняет. Давайте убьем пока. Дальше. Аметистовые жоги генерируют коррижи. Аметистовые жоги генерируют коррижи. Посмотрите, какая красота. Так, давайте, мы запустимся и метисковые желоги. Давайте, брак, я сейчас просто как кайфую. Брак, вы кайфуете? Напишите, чем нравится этот пещер. Я просто кайфую, как. Особенно этих кайфую. Вы посмотрите, какая красота. Еще камень, еще кук. Все. Что у нас тут? Смотрите. А сколько земля делает? Ничего не понял. Гай бяка вас макики. Клавовая появилась. Гай бяка банк, конечно, есть вокруг вак. Типа, она разрушает, пока мы разрушивать вак. У них сейчас красная коскова подфиксит, и уберу там, и бяка все круга будет. Я бяка окно не понял. Сколько бакет, ой, сколько пипец как лагает. Вы как и делают кроваку. О, разросшая шахка. Бокачка бурик. Так. Я почему-то, ребята, аметистов не вижу. Сейчас, ребята, найду. Мы сейчас запись канавлю пока и найду. Не знаю. Вот сейчас найду. Аметистки выше ворогай, алло. Ой, а, нет, хорошо. Я пока кайфовать не буду, еще не найду их. А, вот, фук. Я нашел мальчишку живого. Вот, ребята, он репки генерируется. Он большой. Посмотрите, я какой-то один, ребята, нашел один. Вспомните, я какой-то один. Я когда начал, я искал, ко мне было их. Вспомните. Вот. Ну, смотрите, я даже дальше лечу. Лишу, ой, лечу. Вот, лишу. Короче, понятно. Вот. Каймары. Так. Сейчас лишайник. Ой, вак. Вак. Брыгипся, да? Да, брыгипся. Я метиска брыги не вижу больше. Давайте посмотрим. Нет, какой-то один бака был. Вот и бака, вы сейчас посмотрите, он репки генерируется. Ну, это хорошо, дальше. Мобы снова могут искать путь возле капельника. Мобы. Капельник, давайте возьмем. Мы в драке зомби, он как раз я хочу. Капельник. Капельник. Так, еще я куда-то помню. Как они делают? Что они не отходят, а? Да, они прыгают, как они охрипляют. Эко мобы снова могут искать путь возле капельника. Они, ребята, убегают, видите?
типа не убегать. Короче, правильно, дальше лестницы, лозы, огонь, больше нельзя установить на рыхлый снег. Призраки, что там? Лестница. Лестница. Лозы. Лоза. И огонь. Больше нельзя вкинуть на рыхлый снег. Вот рыхлый снег. Мы я знаю, что делаем. А, типа. Пойдите, мы летаем. Сори, брак, я правда нельзя. Ой, ребята, помните, было, да? Да, вы помните, нет, мы помним, как было. Дальше. Добавили подсказку для использования подзорной трубы. Подзорной трубы. Гайбек, как я пипи перемиговалась под губ, это вот бронегласный базарик. Какая еще подсказка? Ух. Нифига, нифига. А, и так вот края появилась. Видите, типа квадрат какой маленький вот. Нифига себе. Дальше. Азалию снова можно угадать костной муки, если она растет на блоке мха. Мха. Азази. И костная муха. Скажем и... Физики. Я не знаю, где рекой крикить. Красная муха. Гарри Бекок растёк. Ну-ка тебя, как обычно, как обычно, пещера. Как обычно, прям генерирует, как лик глаза, и как обычно, пещера генерирует. Как могу снять, чувак. Вот. Гарри Бекок получилось, даже можно обычно делать. Вот. И всё, ребята, получилось. Бекок, хорошо, хорошо. Дальше. Значит, ребята исправили ошибки 15. Ребятам показывали, исправили ошибки. Первое. Когда скелет превращается в зимогора и гаюка соскивающие звуки. Соскивающие звуки. Давайте проверим. Скизик. Скизик. Кисяка. Кисяка. Это идея шесквейшие звуки. Как ты пошел? А, нет, нет, не уходи, как все. Слушаем. Давай, превращайся уже. Сегодня все косяки, сегодня. Давай, превращайся уже. Боже мой, давай быстрее. Ты все серьезно? Эй. Короче, понятно, давай кричим. Все, убьем маленько, и замогло превращаться. Так, услышали сейчас этот звук, пока... Дальше, зашитель больше не получает, кроме о, лыхого снега. Мы это... Мы проявить не будем, конкурсайте миру, не скажу. Дальше, пещера больше не собирает никаких из кусков сладких ягод. Исправили ошибки, из-за какой пчелы не могли попасть улей или гнездо. Железной и золотой рыбы группой, как правильно, блок. Ого. Дальше. Для джойстика добави плевающие подсказки. Хорошо, дальше. Собери лаву из кокласс с помощью ведра. Собери рыхлый снег с помощью ведра. Высыпи лаву в котел из ведра. Так, тихо-тихо-тихо. Давайте мы сейчас прилетим дальше. Высыпи рыжий снег из ведра. Теперь, ребята, последнее эко, прилетим, гайка, последнее эко. Технические изменения 10. Смотрите. Как я буду говорить?
Paguemos y si les voy y lo tienes que bien clienta. Quisimos que me iba a cambiar porque va muy pio. Pio iba a cambiar, iba a cambiar, iba a cambiar. Y vino con ocho clientes por eso, nada que como me resultó. Lo que va a cambiar que cada like para piso como que en caki ya que gay ya que se van para la equipa. Gay iba a caer se van para eso. Gay que ujeguen. Да, капанк я вам сейчас говорю, типа габави, какой габави, какой поселение, если кто-то зайдет. Смотрите, бэкам, смотрите. Типа вот, видите, типа за... Блин, я никуда не шепа, нажал. Блин, гай, бэк, вы типа заметили, там, типа, экременкальные функции, типа, там, заметили экременкальные, вот. Если нет, то сейчас вам опять покажу, блин, я опять становлюсь, какие вечерки. Сейчас, погоди, давай быстрее. Давай быстрее. Сейчас, погоди. Давай быстрее. Но! Сейчас, погоди, давай. Но! Наконец-то. Уходим опять заново. И, ребята, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, типа вы видели, типа вы как видели, типа кошки экспериментальные. Давайте типа начнем, типа мы как. И да, и кук там типа пишут, типа я не знаю, мы перевелку, типа, если вы зайдете на этот мир, это функциями миновыми, то ваш мир может красноты или там типа человека сломаться с боями игры. Вот, типа играть. Написано. Вот, ребята, игра, и габай, яркий указаночка, мир экспериментальный, ребята, вот, экспериментальные. Вот если вы как делаете? Бэк. Сейчас вам покажу. Баки бэка. Вот, короче, бэка, ладно, лаки майка майка видео закончу. Какое бэка видео сегодня получилось? Капти лайк, подписывайся на мой канал. Как всегда был на связи с Молли, Пьяный Николаевич. Всем пока.